Здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван. Мы продолжаем играть на сервис Матрамтон номер 3, все как всегда, и этот день настал. Я наконец-то купил себе новый микрофон и решил выпустить все... Ладно, представьтесь подобнее, мы начинаем. Кто следит за моим каналом, да, у меня еще существует его прикол, может мне уже его удалить, не знаю, пишите в комментариях. Короче, купил я микрофон, вот, я надеюсь, ваши ушки балдеют, мои вчера балдели полным ходом. Что я хотел сказать? Как вы знаете, мы собирали на тачку. Один лайк, 50 тысяч. Если мы зайдем сейчас на этот ролик, он набрал 432 просмотра и 56 лайков. Этот видос вышел 25 июля. Сегодня уже 12 августа. Просто, пацаны, пишите F в комментариях, если вы тоже не хотите, чтобы лето заканчивалось. Эх, я так не хочу, чтобы лето заканчивалось. Опять это ездить на эту учебу гребаную. Нафиг оно мне надо. Туда-сюда, назад-туда, столько дел, опять зима, опять холодно, куртки, фигуртки, не футболки, девки, не девки. Это ж пиздец, пацаны. Ну давайте просто press F to pay respect в комментариях, чтобы лето не заканчивалось. Ну привет, Максон и идиот. Короче, потом вышел через неделю, 2 августа. Ой, бля, а в Сан-Андреас я бы уже не выехал. Я очень много раз туда падал. А потом вышел 2 августа видос, где мы купили вот этот гольф прекрасный. Вот. Он набрал, к сожалению, 155 просмотров и 16 лайков. Он вышел 2 августа. Я сказал, что он... Следующая серия, когда мы подарим этот гольф, выйдет через день. Типа, один день я прочту, что делать, а на второй день... Так, там коробка, пацаны, поехали, ладно. А на второй день я прочту, и через день я я запишу видос и выпущу его. По моей статистике видос должен был выйти 4 августа. Сегодня 12. Затупил, согласен. А смотри, обновление не вышло. Вышло только... Можно сказать, обнуление игроков, которые не заходили более 90 дней в МТА. То есть летели бизнесы, дома, номера. Кстати, на номера сейчас поедем посмотрим. Вот. И еще одна причина, почему я не хотел записывать видос. Потому что мне одна пришла посылка с Китая. Если кто не понял, у меня Samsung C01 U Pro. Так повыебывался немного. За 5000. Ладно. Короче, мне написала, что мой микрофон должен был прийти либо 3-го, либо 5-го числа. Я его ждал. И он не пришел. Я такой думал записать. И тут у меня просто закончился мой предыдущий микрофон. Он тупо репит, пердит. Вы, короче, знаете, что с моим старым микрофоном. Ну, я, конечно, мог как-то выплутаться, записать, но мне лень, бля. Ну, просто лень, я не буду вам лгать. Я просто умер, да. Сейчас мы будем выбирать победителя на гольф. Вы писали свои комментарии, я читал ваши комментарии, некоторым даже ставил лайки. Я сказал в этом ролике, что кто наберет... Вернее, кто придумает самый лучший способ, чтобы разыграть гольф, я ему дам 100 000 на БКЛВ. Вот. Но все пацаны писали, по стандарту, как я делал, там ссылка на ВК и т.д. и т.п. Все подумают, что я так буду разыгрывать. Но нет, я хотел что-то интересное. Ой-ой, бля. Я умер. А, ни хера себе. И побежал себе дальше. И, короче, не было ничего интересного, я придумал свою тактику. И когда выйдет обновление, надеюсь, обновление выйдет, а то обновление выходило когда там? Когда вы обновление вышли? Зимой? Или не зимой? Или еще где-то? А, вроде еще, да, еще осенью добавили. В апреле вроде. Нет, не в апреле, не пизди. В марте. Вроде в марте, если я не ошибаюсь, меня там поправьте, кому не лень, конечно. Вроде в марте вышло обновление.
А больше не выходило, потому что все бомбили, типа, на CCD во время карантина добавили обновление, а смотра ничего не добавила, типа, what the fuck. И все говорили, чтобы добавили, 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 то она так и не добавила. Да. Короче, будем сейчас начинать. Также хотел сразу сказать, а то я что-то забыл. Аньке привет. Анька, короче, которая это... Анет. Вот, заместитель клана Корона. Вот, она уже какой раз меня выручает. Или он, не знаю, если честно. Надеюсь, она. Вот, и дает дом, чтобы купить тачки, подарить тачку, т.д. и т.п. Короче, такая вот тема. Есть на смотре ровно 10 работ. Сбор яблок, это первый. Я, короче, нажал F11, вот слева выписал все работы на листочку. Первое — это сбор яблок, второе — инкассатор, третье — водила автобуса, четвертое — полицейский, пятый — пилот, шестой — медик, седьмая работа — таксист, восьмая — кладовщик, девятая — дальнобойщик, десятая — пожарник. Короче, какая схема? Сейчас мы через Siri спросим рандомную цифру от 1 до 10 и... Например, нам выпадет какая-нибудь работа, и мы сразу едем и ищем рандомного пацана. Кто первый попадется, тому и мы подарим тачку. Конечно, я говорил, что там типа рандомному не хочется, тыры-пыры, но для вас, дорогие подписчики, выйдет обновление, и либо если не выходит обновление до 15 числа, то я сделаю конкурс на эти тачки, что будут. Вот. И похуй, что у меня денег нет. Да, поехали. Привет, Siri. Выбери рандомное число от 1 до 10. Случайное число от 1 до 10. 5. Ой, бля, пацаны. Ну, это мы, получается, подарим не новичку тачку. Потому что 5, как я читал, это работа пилота. А вообще есть пилоты? Вон, черненький кто-то полетит сейчас. Короче, летим на работу пилота, еще и ждем. Вот это, конечно, поворот. А так близко была работа полицейского и медика. Здесь медик в жопой жуй. Ну ладно, летим мы, короче, в аэропорт. Посмотрим, будем ловить игрока. Стой. Ты пилот? Там работаешь. Бля, у меня есть стронг, который... Он более бич. И ему бы подогнать. И у меня есть психа, который уже деньги как бы имеется. Стронг 1600. Бля, а что делать? Ну, конечно, я психа первый побачил, значит, ему должен подарить. Садись, вот едем. Короче, давайте вот сейчас где-то как в порт заедем. Приснилось. Первый вопрос. Ты меня знаешь? Да. На канал подписан. Раньше был, потом ак просрал. Поэтому сейчас нет. Но я тебя не понимаю, к чему это все. Что по тачкам у тебя? Сколько штук? Надеюсь, у него будет пару тачек, чтобы ну нормально было. Потому что эти мажоры, вы знаете, эти... Ай, спасибо, пошел, слил БУ, да и все. Чирон на СГУ. Приора на СГУ. А, это все дорогие его? А, две еще. Прикольно, у него сейчас будет гольф. А он по типу сделал, как у меня, двухцветный. Опа, Charger. И что еще? RX-7. Места свободные, говоришь, есть. Ну, в принципе, он не такой уж мажор, как для клана и 800 часов. Садись. Погнали. Итак, пацаны, волшебным образом переместились в Лас-Вентурас. Я спросил, если ты смотрел мои последние видосы, ты знаешь, в чем прикол. Я написал, только не смотри сейчас, потому что он мог зайти и сейчас посмотреть. Заебись. О, Катюха. Это что-то очень много. Катюха, блять, меня сейчас забьют. Катюха, Вероника. Короче. Я разыгрывал. Не. Я купил тачку для рандомного чела. Затюнил по типу
Гордея, 1 лайк, 50к рублей. И в этой серии решил разыграть. И ты ее выиграл. И давайте ее заспамним. Ойма. Вот твоя бричка. Ты серьезно? О, вот это реакция! Вот это реакция, то новички. Спасибо. И съебался в Грецию просто. Греция. Ля, красотка. Мы в видосе, да. Пошли на ЕКХ. Нет, нет, не шучу. Ну, в принципе, он, можно сказать, достоин. Хотя он не подписан, но был подписан. Это уже что-то радует. Вот, но... блядь. Три хипа, три хипа, три хипа. О, психа, все. Транспортное средство. Volkswagen Golf 7R. 124 тысячи. Просто, какой он же был охуенный. 3,5 миллиона. Пока. Поздравляю, Ема. Мут, спасибо большое, конечно. И надеюсь, ее не продашь. Не продашь, как все делают. Уже лечу. Видео когда? Сегодня, скорее всего. Уже не продам. От души, браток. А, да. Они же не соклан, точно, бля. Короче, пацаны, на этом все. С вами был Эван. С радостью посмотрю. С вами был Эван. Пишите ваши комментарии, что как. Не пишите, что там отдал какому-то мажору, мог новичку помочь. Скоро и для вас будет конкурс для подписчиков. Также мы сделаем скоро и тачку на прокачку. Кого-то возьмем ТС и прокачаем. Желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.